И это ведерко с мусором. Ну, с плесневыми кусочками морковки. Тут испорченные морковки были. А вот это вот... Малютку! Стой! Нет, не вылезай. Оно пробралось прямо внутрь бытовки. Да? Здрасте. Я знаю, она через систему сливную, у нас шланг был в полу, дырка сделана, где здесь раньше умывальник стоял. И, видимо, она через это сюда проползла. Ну что, такая малютка хорошая, да? Да, сейчас я тебя пересажу оттуда, подожди. Лучик, угадай, что там. Шуршит, скребет. Не канегата. Пойдем смотреть. Идешь? Идем. Это я туда посадила мышку-малютку, чтобы принести ее в совешню к нашей вот этой мышке-малютке. Она тут уже гнездо сделала. Вот. Вон она тут живет. Надо пол на самом деле посмотреть у той мышки. И проверить. То... Вот это вроде у нас самочка здесь. Да? Ее не видно. Вот. Она тут. Лучик, иди сюда, луч. Иди сюда. Ай, только не в голову, пожалуйста. Ой, как ты классно сидишь прям. Очень. Барононаглядно. Удобно тебе? Сыч. А зачем же мне руку отгрызаешь? В общем, Пуаро я уже покормила. Кофе я обратно в вольер отнесла. Метель у нас закончилась. Там просто минус 7. И снег небольшой. Ну, в общем, потеплело. Чунечка. Мы опять топаем у тебя по крыше, да. Такой Сыч хороший. Ну, ладно, надо доставать вот эту малютку. Вон она. Привет. Как бы тебя схватить за хвость и заглянуть под этот самый хвость, да? Чтобы ты еще и не убежала. Надо это делать над большим ведром. Блин, что-то не фокусируется. А пахнет там, наверное, вкусненько, да? Такой ты рыженький. Мышь рыжий. Ну ладно, сейчас я буду пересаживать. Лучик за нами следит. Вот она. Да стой ты, не прыгай. Ну, ты сейчас закружишься. Главное, чтобы она по мне не выбежала. Да как тебе схватить-то? Вот. Я не знаю, как определить пол у мышки-малютки. Жопенька. Рыжая жопь. Иди. Сами разберетесь. На, тебе вам еще двух сверчков. Один сушеный, третий. Ну, в общем, два нормальных, один сушеный. Все. Живите на здоровье. Че ты такой? Причесанный, что ли? Утащил тряпочку. Привет, сова. Я к нему уже заходила. Он ночью не съел одного из трех цыплят. Тот замерз и сбросил его вниз. Я зашла, подняла это все ему, положила вот так на пенечек все кусочки. Так он, видимо, уже сходил и все вниз посбрасывал. Ладно, я это заберу размораживаться. А тебе я принесла размороженного. Я так и знала, что ты так сделаешь. Будешь? Или тебе на пенек посадить? Цыпленка посадить? Нет, так он брать не будет, конечно. Кладу сюда. Вот. Я причем не могу никак увидеть тот момент, когда он прыгает на пенек за едой. Ни разу вообще не видела. Хотя вроде хожу туда-сюда, вот примерно так. А он все время на одном месте сидит.
Да? Ой, погадку уже плюнул. А чего ты туда ушел? Давай обратно иди. Там трактор чистит. Давай, вот это я в карман все складываю. Ой. Вкусные кусочки. Да? Ну чего ты? Страшно, скажи, ай-яй-яй. Все. Со всех сторон. Сову пугают. Вообще. Да ладно, привыкай. Это нормально. Кофе. Давай, ешь цыпленочка. Такой, за что мне это? Надо у елки проверить, съела она ужин вчерашний или нет. А у нас уже Ирина Александровна пришла. Утренние развлечения. В общем, сове сегодня весело прям. Аж обхохочешься, скажи, сова, да? Ну чего ты как? А ты ела, но не доела. Жопоньку оставила. Ну все равно молодец, это была очень большая крыса. Да? Скажи, это было сложно. Очень, скажи, сложно, да. Гува. Какое-то недоброе утро. Все шумят, суетятся. Да, сова? Угу. Прям возмутительно. Ну, зато сегодня погода хорошая. Минус 5, ночью будет минус 10, но ветра нет. Гусь в странной позе. Доброе утро. А куда ты оранжевый бублик спрятала? Или ты его уронила под снег куда-то? Потеряла? Хотя сова ничего не теряет. Она обычно знает, что она хочет и куда прячет. Вот. Там он арбузит кубика. Пойду. Надо еще птичкам насыпать еды. И можно идти попить кофе. Еда для птичек. Это замороженный зафобус. Тут, кстати, все тропинки истоптаны Пуаро. Я его тоже уже покормила. В общем, везде его следочки. Он, видимо, ночью обзором, дозором обходит владения свои. Ну, почему поздно? Мы поздно вышли. Не знаю, я встала в 7, но на улицу вышла 9:30. У тебя нет бонифации. Негодяй мне. А Мороша сама погуляла. Куб, не давай ему грызть руки. Не дам тебе грызть. Ну, я ее в 7 выпустила, она где-то 8:30 пришла, как рассвело. Куб, нельзя. Даже нельзя. Здесь. Да я говорю, суета какая-то. Черечко хочешь? Чинечко хочу. А ты ведро принесла? А вы его что, и купили? Нет, но у меня есть чуть-чуть на сегодня-то. Ну, на ошибку немножко, я его отдам ведро. У меня вообще еще не идет. Да червяки это, кубик, нельзя их есть. Знаешь, это птичка. А что? Металлический мистер купил 3 килограмма. А, ну, как вариант. Куб, ну ты дурак, а тебя кормили вообще? Сейчас спрошу. Вчера замело всю тропинку. И вот это ходил Пуаро. Причем он так хорошо уже протоптал. Он явно здесь не один круг сделал. Только вот тропинка должна идти правее. Мышь? Где-то мышь пищит. А, тропинка должна идти правее. Он мне прям через рододендроны прошел. Где мышь-то пищит? Эй! Ну там синица. Взяли, то есть вот здесь вот тропиночка, где я иду. Они решили ходить напрямую. И Мороша тут все утро сидела. Вот, все как замело. Прям по рододендрону прошел.
Все, кафешечка почищена. Сало все, галки унесли, надо будет новое нести. Синички уже в очереди. Ну, давайте, прыгайте. Они за червячками. Давайте, давайте. У нас синички не такие, как это, ручные, как в парках. Они очень осторожные здесь. Смелых мало. Ой, уронила. Червячки замороженные, синичкам их есть неудобно. Да? Ну вот, молодец, снесла. Все ждут.